На конкурс дети читают стихи Кирилл Богачев, 6 лет, город Королев, 11 детский сад. Героям победы спасибо. Ольга Маслова. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили. Тогда в Санкт-Петербурге вы кровью и потом добыли победу. Вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем, ведь не пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть радость и счастье живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям.